С командой Кембридж, город Кемерово. Добрый вечер, команда КВН Кембридж. И мы по-прежнему верим в то, что мы похожи на знаменитостей. И поэтому сегодня за нас будут играть солист группы «Сплин» Александр Васильев. Хоббит из фильма «Хоббит». Мисс Пигги из «Маппет Шоу». Писатель Татьяна Устинова. И детеныш бабуина. Команда КВН! Чё за фигня? Почему у вас нормальные похожести, а у меня макака? А хотите, я про вас книгу напишу? Это ты чё? Знаешь, кто у меня отец? Знаю. Бабуин. Так, всё, меня это не устраивает. И что ты, Константин Львовичу пожалуешься? Кому Константин Львович, а кому и Костик? Ну тебе-то Константин Львович. Мне да. Ребят, тема игры «Вера». У кого есть что по теме? Ну, я буддизм принял. Зачем? Ну, просто в христианстве я уже накосячил. Так, стоп! Значит, ребят, больше не косячим, выступаем на максимум. И сегодня мы готовы эпатировать, и поэтому нас даже номера объявляет «Лолита». Пошлю его на... Друзья, и для начала перенесемся на одно из шоу Первого канала. Девочка моя, здесь я только знала, как люблю тебя. Куда бы ты сразу прибежала бы ко мне. А я напоминаю, это программа «Один в один», где Сати Казанова безупречно вжилась в образ Сергея Крылова. Что ж, Сати, можете снимать грим. Да не здесь залежи, дети, что... Друзья, все вы знаете историю нашей команды об отце и сыне. А теперь представьте, что у этой истории появилось неожиданное продолжение. Итак, сын с девушкой на свидании. Оксана, извини, но на свидание со мной папа пришел. А это кто тут такая красивая, а? А это сын у меня такая красивая. Папа, прекрати. Знакомься, это Оксана. А где Наталья? Какая Наталья? Синчукова. Где она? Чем занимается? Куда пропала? Смешно папка придумала. Да это еще ничего. Со мной вообще мама пришла. Здрасте. Мадам, вы так прекрасны. Я, наверное, даже свою анкету из «Давай поженимся» заберу. Слушайте, а вы в 78-м в Ялте не отдыхали? Отдыхала. Слушайте, ребят, не торопитесь, возможно, вы родственники. Папа! Да шучу. Мадам, в этой мужицкой обойме есть еще один холостой патрон. Валера! Летящий походкой. Ну, раз речь пошла о страшненьких подругах, Зинаида! Гляди, идет обычная девчоночка фабричная. Прям Абба в сборе. Валера, ну-ка, удиви дам. Зинаида! Эти глаза напротив калейдоскопа нет. Глаза... Ребят, ситуация прям как в фильме 3 плюс 2. Так нас же шестеро. А я не говорил, Валера женат просто. Друзья, совсем недавно начался новый сезон передачи «Форт Боярд». И кастинг на роль Паспарту выглядел именно так.
Значит так, мне нужны самые сильные, самые смелые, самые наглые. Отлично. Сразу скажу про карьерный рост. Карьерный будет, рост не обещаю. Шутник. Нормально. Ты что, здесь самый наглый? Фамилия? Бугаев. Слушай сюда, Бугаев. Еще раз ты в меня попадешь, в глаза мне смотри. И это, не сутулься, Бугаев! А ты чё? Ты чё? Так, встань в строй. Дальше по списку. Губин. Здесь. Да ладно, чё, Андрюх, с работой совсем туго. Да там зима, холода, одинокие дома, моря, города. Так, всё понятно, встань в строй. Сразу скажу, кормить вас здесь никто не собирается. Ну, без цикала даже лучше. Ю-ху! Ну что, вы готовы? Вперед по спорту! Для вас выступала не просто команда КВН. Для вас выступали Юрий Гусман, Леонид Якубович, Андрей Макаревич. Так, подождите. Давайте все плакаты поднимем. Ну, никто же ни на кого не похож. А это потому, что Антон не только играют в КВН, но и судят КВН люди, похожие на всех и не похожие ни на кого. И сегодня за столиками жюри Люк Бессон. Астерикс. Сальвадор Дали. Ринго Стар! Сергей Безруков! И Король Лев! Команда КВН «Кембридж» похожа на всех и не похожа ни на кого. Hear the wind.